Ежегодное совещание педагогов продолжилось в Аграрном университете. Сюда педагоги прибыли не случайно. Именно здесь было подписано соглашение о создании аграрно-образовательного консорциума. Главной целью его подписания является организация единой модели взаимодействия учебного заведения с научными предприятиями, индустриальными партнерами, представителями бизнеса и органами власти по формированию региональной системы аграрного образования и поддержки вуза. Современное образование развивается таким образом, что оно не может, все его уровни не могут существовать отдельно и не могут существовать отдельно от развития региона, в котором эти образовательные организации находятся. Поэтому сегодня, выполняя задачу президента, выполняя задачу, поставленную губернатором, о формировании системы поддержки одаренных детей, о ранней профориентации, об обеспечении промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг рабочими и высококвалифицированными кадрами, мы подписываем с вузами вот такие соглашения о взаимодействии, создавая на уровне нескольких комитетов смежных, включая образовательные организации самого разного уровня в качестве участников. В ходе встречи педагоги также обсудили вопросы цифровизации образовательного процесса в университете и познакомились с опытом вуза по внедрению инновационных IT-технологий и узнали о методах профориентации школьников. Участникам совещания представили новый проект – университетский лицей. Это первая ступень образовательной онлайн-платформы «Волгау». Профориентационную работу мы все-таки видим, надо начинать с школьной скамьи, с раннего возраста. Почему? Потому что сегодня дети, они более, скажем так, задумчивые, они более интересные, они много предлагают проектов и вариантов. И здесь, скажем так, не только там аграрный университет в этом процессе будет участвовать, ведь университетские лицеи мы предлагаем в том числе для регионального образования, и те дети, которые будут учиться в нашем университетском лицее, у них будет возможность поступать не только в наш аграрный университет. Программа университетского лицея разработана для получения конкурентных преимуществ вуза, на которые влияют последние тренды в образовании. Авторы проекта ставят перед собой глобальные задачи. И главное – популяризация аграрного образования и привлечение талантливых школьников. Педагоги лицея планируют применять синтез естественно-научных и гуманитарных знаний в учебном процессе, применяя цифровые технологии, а также создавать условия для устойчивого развития личности ребенка. Валентина Конышева, Станислав Кушманов, телеканал «Волгоград-1». Мы уже выбрали несколько датов. Один из них про село.